Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем нашего аристократа. Ребятки, поехали! Что скажу, ребят? Во-первых, про начало расскажу, начало трека. Очень красиво фортепиано играет, ребятки. Как красиво фортепиано играет, ребятки. Вот это же опять задумка его, понимаете, ребят? Он же мог другой инструмент поставить. Другой инструмент. Но он поставил фортепиано, ребятки. Это так классно звучит. Стильно, да? Современно. Молодец. Очень красивое начало. И тут голос его чистый. Чистый, красивый голос, ребятки. Классно звучит. Очень красиво, ребята. Сам не знаю. Мой голос Морли, на какой, блядь, похожий. Почти такой же. Да. Мне нихуя не заплатили, но зато получу по ксиве. Я, блядь, не знаю, что такое ксива, но мне похуй, спасибо. Так, друзья, что скажу? Вот что я скажу, ребятки. Вы сами слышите, да, ребят, что это очень талантливый молодой человек. Очень талантливый. Ребятки, очень интересный трек. Очень интересный текст, ребятки. Пишет о своей, ну, о себе, ребятки. Как он пишет альбомы. Доволен у своем альбоме или недоволен. Кто сможет, как я, вот он говорит, написать такой классный альбом. Действительно, он очень талантлив. У него классный альбом. Действительно, да. У него классные треки, ребят. И мне, знаете, что еще нравится? Во-первых, у него очень красивый голос. Это раз, красивый голос, ребятки. Мне нравится, что он хорошо достает высокие ноты, ребятки. Он их классно поет. Именно высокие ноты. И в этих высоких нотах, ребятки, он добавляет автитюн, понимаете, ребятки? И звучит так красиво, тонко, тонкий голос, такой нежный, фальцет, ребятки. И вот этот автотюн, ребятки, он украшает, ребятки. Это, ребят, получается фишка его, ребятки, фишка. Очень классный голос, манера исполнения классная, стильная, ребятки. Мне очень понравилось, музыка очень понравилась, красивая, необычная, ребятки. И, во-первых, ребят, танцевать под его текст очень интересный, удобно, ребятки, под его треки. Я с удовольствием танцую, ребятки, с удовольствием. Я кое-как сдержалась, чтобы и деньги не бросить. И то я немножко там попыталась, но нельзя, ребят, потому что я слушала. Очень талантливый молодой человек, ребятки, очень. Ребят, я хочу попросить его. И попрошу тебя, да, пожалуйста, пиши дальше. Ты очень талантливый исполнитель, музыкант, продюсер. Ты все сам делаешь, и музыку пишешь, и текст, и исполняешь. Ты талантливый, продолжай делать это дальше. У тебя классно получается, стильно. И ты знаете, я еще раз повторюсь, у тебя нет грани, ты безграничный. У тебя все, ты все можешь. И нежность, и романтику, и какие еще есть направления? Драйвовые. Драйвовые, вот все у тебя получается, понимаешь? Потому что ты талантливый, молодец, супер. Мне очень понравилось, с удовольствием тебя слушала. Пока, друзья.